Хей, гайс, сумешники, мы продолжаем проходить робот на знак Detentions. Так, окей, давайте мы с вами сохранимся. Если что, я перепроходил заново вот это, переснимаю серию из-за того, что у меня выбило свет, и мне пришлось заново проходить главу. Тут повезло, что есть главы. Что повторно не нужно одно и то же играть. Так, больше у нас этот не работает. Радио. Вещание. Тут немножко начнется херотбора с хождением, потому что здесь лабиринты пойдут кое-какие. Стеклянный стакан тошнотворного цвета. Он полон зловония упадка людского. Тарелки и чашки, разбившиеся о стены, звенят, словно вопль отцовской из холла. И после проклятой череды накипевших, лишь слышно рычание мамы в подушку. Увы, не осталось уже чувства этих прежних. Было ведь когда-то семья наша дружной. И ночь за ночью провожу без сна. И утро каждое лишь новое испытание, и боль душевной сильный день ото дня. Терзает сердце, приносит страдания. Манана громкая. Просто то, что я слышу. Разбит на здесь еще осколков образ мой. В них мир знакомый мне, ужасно отражаясь. Накроет заложенной пеленой. Поток страдания, погружаясь с головой. Чистилище я до скончанных дней скитаюсь. Терпением нашей встречи ожидаю, слышу поступь быстрых шагов. По не новому лесу все блуждая, пронося меж ярких огоньков. Жаворонок маленький, быстать, сквозь цветок поляны пролетая. С бабочками яркими играя, над твоей головой лишь витаю. Актриса в нашей песне я была, задолго до того, как занавес подняли. Сгорая от объятий и огня, желая, чтоб меня не опустили. И вслушиваясь в тихий шепот и молчание, делить несчастье на двоих одно дыхание. И тут, представьте удивление, я увидела белого оленя. Каждый какой же милый вышел сюрприз, какой судьбой невиданный каприз. Как же навечно сохранить хочу момент, как этот милый сердцу амулет. И вот внезапно наши встречи прекратились, ты стал далек и жесток. Ну а потом ты охладел ко мне, как солнце закатилось, и сердце в селе замерзло моем, на части рвется все сильнее день за днем. И вновь я одиноко и забыто в пространстве, чем был раньше милый дом, и в школу здание пустом. Ходящий труп, без разума, без цели, сомнение, что затмила боль потери. Вот эти стишки я тоже, блядь, тогда читал, что сейчас не понял ни хера, что теперь не понял ни хера. Джан Минхой, нам срочно нужно поговорить об этом. Не обязательно так повышать голос, Мисинь. Неужели? О чем ты думал, обращаясь так с ребенком? Ребенком? В ее возрасте я уже учился за границей. Она достаточно взрослая, чтобы самой решать, что она хочет. Ну и что теперь? Позволишь ей ступить на запретный путь? Ей нужно протянуть руку помощи, а ты распускаешь руки. Это наше личное дело, тебе это не касается. Как это не касается? Совсем позабыл о нас, пока наслаждаюсь этой маленькой интрижкой. Мы с тобой в одной лодке, даже не думай забывать об этом. Да, вот так вот. Thank you.
Болезненные воспоминания. Моя душа разбита на осколки. И когда я не могу взять себя в руки и забыть обо всем, я открываю глаза и смотрю на пустынный мир. Так, мы увидим школу уже заброшенной, обрисованной. Типа будущее. Так, а мы походу призраком играем. То, что смотрю, мы просвечиваем объекты. Так, сразу сохранится. Типа школа с призраками. Жизнь кончается, но вина остается. Я это ты, но ты это и не я. В этой реальности тебя держит совершенный тобой грех. Воспоминание, как зеркало, является истинное отражение твоей души. В мире полно боли и страданий. Фана Рейсинь, чего ты боишься больше всего? Потерять себя, потерять жизнь, потерять семью. Уверуй в то, что все мы рождаемся свободными. Все мы ходим держаться собственного пути. И боимся потерять себя. Ты — это я. Короче, теперь мы ходим в виде призрака... другого? Исследовать, что он впереди лежит путь к твоему прошлому, но дорога перед тобой разрушена. Куда бы ты ни пошла, я последую за тобой, словно тень. Ага, дверная ручка сломана, я понял. Раздвижная дверь обмотана колючей проволокой. Я не могу открыть эту дверь. Короче, давайте, наверное, возьму призрака и пойдем туда. Костер надежды почти потух, ветер обдувает лишь угли.
То, что написано в этой книге, способно изменить ваше мировоззрение. Это поможет вам развить зависимое мышление. Давайте закончим на сегодня. Пожалуйста, запомните. Никогда никому не заговорите о книжном клубе. Это подвергнет риску вас и окружающих вас людей. Еще, Вэй, я хочу тебя кое о чем попросить. Слушай, Миссинь, а вы имеете в виду новые книги? Я уже передал список мистеру Джану. Он сказал, что судоходная компания перестала помогать и обещала что-то придумать. Правительство накладывает ограничения на импорт. Видимо, скоро нашим встречам настанет конец. Миссинь, почему все так устроено? Просто, Вэй, я ничего не могу поделать. Да и напоследок. Мистер Джан никогда не давал нам эти книги, верно? Ха, я знал, что могу на тебя рассчитывать. Добавлен журнал. Газетная вывеска персонального, что... Персона нон грата возвращается домой для захоронения после полувекового изгнания. В период действия военного положения мисс Ин Цюньхань была политически преследуемой беженкой. Ей чудом удалось сбежать ареста и покинуть страну. Вскоре после этого ей запретили въезд на родину. Она путешествовала по миру и провела жизнь в борьбе за право людей и свободу самовыживания. В качестве... К несчастью, она умерла от рака легких в возрасте 50 лет. Ее последним желанием было вернуться в родной город. Понятно. Так, подождите, а мы в виде тени были на первом этаже? Мы на первом этаже не были. Сейчас тогда пойдем на первый этаж. Еще одна дверь преграждать невидимая сила. Нам пойдемте сюда. Кстати, мы были в виде призрака здесь. Все вспомнил. Дверь ручная сломана, я не могу войти. Вопрос, почему? Закрыто, закрыто. Ну и здесь закрыто. О, странно. Что мне тогда тут делать? Кто же звонит в столь поздний час? Не знаю, но я теперь понял, что мне и сюда нужно будет сейчас прийти.
Помнишь, какой ты была, когда пришла в школу? Ты увлеченно боролась за все подряд, все в классе подавала пример. Ты жаждала внимания сверстников, учителей. Но тут поссорились родители. Постоянное внимание стало тебе припить. Ты решила сбежать от всех? Не обращать внимания? Замкнуться в себе? Пускай будет сбежать от всех. Наш мир безграничен. В нем всегда можно найти, где спрятаться. Ты — это я. Это место — безжизненная пустошь. Кладбище идей. Жги все книги до единой и брось ритуальные деньги, это собьет их со следа. Надо хоть одну страницу, все будет впустую. Слушай, Вэй. Ты близко общался с Мессинь? Я слышал, ей пришлось сбежать. Это правда? Не знаю, она ничего не говорила. У нее был ли связи на случай опасности, а у нас никакой защиты. Тебе не страшно? Хотя меня больше волнует другое. Ты знаешь, как список попал в чужие руки? Нет смысла спрашивать. И я не знаю не больше твоего. Нужно скорее заканчивать. Нас тут могут заспать. Застать. Заспать. Застать. Письменное решение суда. Оторванный фрагмент решения. За сговор с коммунистическими последователями объявляются виновными мистер местный учитель Чан Мин Хуай, совместно со студентом Вэй Чун Кимон и другими. Чан Мин Хуай приговорится к смертной казни после окончания суда. Вэй Чин Тин признается виновным в связях с коммунистами. Последовательное чтение запрещенной литературы, призывающее к восстанию и подрыву нравственности. Приговаривается к 15 годам заключения. То есть это она предала всех, она за это чувствует. Хотя... Фиг знает. О, парень куда-то пошел. Скримак? Скримак, да, будет? Скримак, жду скримака. Дверь перекрытая метлой. На ней листок с одним словом. Крыса. Снять метку? Давно скримаков не были, заметьте, в этой серии вообще их не было. Может, тот парень, который отсидел, парень? Личное письмо. Отрывок. Испытывая страх в душе, она принуждала себя ненавидеть. Кто же знал, что она совершит этот прыжок и оставит мир позади? Никакой предсмертной записки из-за страха.
или раскаяние. Причины остаются нам неизвестны. Она покинула мир, оставив размытый след и круговорот спутанных в голове мысли. Когда я снова видел солнечный свет, все радикально сменилось. Мои близкие и мой учитель ушли в лучшее место. Она была погребена в безумной могиле, оставив меня разбитым человеком. Которую душу она принадлежит так себя ненавидеть, кто не знает, она совершила этот прыжок и оставив меня... То есть она спрыгнула? Никакого представителя записки из-за страха или раскаяния причин остается нам неизвестным. Она покинула меня, оставив размытый след в круговортах, пустыни в голове мысли. Короче, хер знает. Не пойму. Дальше можно пробежать, а тут ничего нету. Мне бы сохраниться. О, найс. Он услышал мои молитвы. Так, тут заброшено. Ага, мы теперь не призрак, я замечу. А, мы ходим уже по другу. Так, на телеге записка. А телега? А, не, мы все еще призрак. Я думал, мы уже не призрак. Понятно. Действительно быстро и решительно. Он придерживался этого принципа, что каждый человек должен стать хозяином своей судьбы. Ты считаешь себя его последователем? Каких же идей придерживаешься ты? Живи без забот, плыви по течению. Ну. Ага, это неправильно, да, ответ? Ладно, ну я просто хочу посмотреть, что будет. Просто интересно. Вот я буду... Ну ладно, перезапущу. Ну, блин, а что тогда? Возьми судьбу свою в руки. Наверное, да. О, блин, надо ж заново бежать туда. А, вон что. Замечу, что она немного бежит иначе, как мы. Допустим.
Так. Действовал быстро и решительно. Ага. Ну, давайте на этот раз. Что каждый человек должен стать хозяином своей судьбы? Ты считаешь себя его последователем? Каких же идей придерживаешься ты? Чудесная мысль. Что ж, твоя жизнь обрела смысл. Идя бок о бок с ним, ты обрела себя. Ты — это я. Так, а могу я вернуться сейчас обратно? Ага, я уже и вернуться просто не могу. Ну, если будут следующие вопросы, интересно, угадаю я или нет. Ты можешь пережить это сколько угодно раз, но... Угодно раз, но уже ничего не изменить. Тебе никогда не заглянуть в вино. Не загладить вино. Как же громко. Инструктор Бай. Это список книг, о котором я тогда говорила. Я нашла его на парте нашего учителя. Мисс Фан, сторона не забудет вашего содействия. Так вот что произошло. И что ты думала, что стоит тебе найти опору, и твой страх тут же уйдет. Но настал день, когда он исчез был. Исчез бы и не стало. Ты потерял все, на что могла положиться. Что ты теперь выберешь? Безработное принятие, борьба. Ну... Но я мог бороться, по идее. Ну, типа два варианта. От резкого взгляда инструктора твое горло сжалось. Ты собралась с духом и сделала все как надо, став на мгновенно безжалостный патриотом. Это был проще, чем ты думала, не так ли? Ты это я. Я угадал. Так, ну туда я не попаду, там уже ничего нету. По возможности зайду в ту комнату и сохранюсь. Ага, не сохранюсь. О, мы... Все, мы теперь не дух. Найс. А вот он, а он вот непонятно, у него что-то желтое. Давайте без очередных вопросов, дайте сейф. Что-то там. От оленя белого на... нарциссу весть. Судьба разлучила, но выход есть. Сойдемся вновь, мы в жизни иной. В свободе шага с тобой. Ага, вернуться обратно я не могу и кинуть самолетик.
Откройте дверь. Хуйнь, вы подозреваетесь в распространении антизаконной власти, запрещает книги и организованные незаконные собрания. У СТО уже имеются ваши необходимые доказательства. Ростовые вас, основанные действия, направлены против власти. Не сопротивляйтесь, иначе мы вас убьем. Судя по всему, теперь буду не так-то просто сбежать. Ладно. Лишить меня головы, чтобы, умерев, я встретился с То. Эх. Почему? Разве люди не рождены быть свободными? Разве мы не волнованы мыслить, без ограничений, не опасаясь обсуждения что-либо вслух? Верить во что угодно, любить кого угодно, быть кем угодно. Когда ты была со мной, я был не по сути счастлив. Я не переставал думать о тех временах, когда мы сможем жить вдвоем без каких-либо забот. Но в итоге это казалось лишь наивной мечтой. Я тоже, как и нарциссы, полон претензий. Мир еще не готов к таким, как мы. Нарцисс открытый потоком багряной крови. Они рассыпаются, как ржавчина, в бездну небытия. Все? Но мышка про... А. Да ладно, мы теперь этим мужичком играем. Может быть, это, знаете, конец. Типа, мы приехали в старую школу. Это чели, которого аж закрыли в тюрьму, так ведь? Металлический домик для разнорабочих. К сожалению, под снос. Все до единого. Да, видите, помост, все есть. Ей не внестись на небеса и не поступиться преисподнюю. Она блуждает вечно одна. Какая жалость. Кто эта старуха? Ну, типа, блуждать вечно одной, типа, имеется в виду за девку, которая вот эта главная героиня, как я понимаю. А этот парень, как я понимаю, это тот, которого на 15 лет посадили. Свидетельство об амнистии. Имя Вэй Чун Тин. Вид... Помилование. Амнистия. Преступление признано потерявшим законную силу. О, подожди, там еще что есть. Я думал, что сгинул в тюрьме, даже помыслить не мог о жизни после отмены военного положения. Люди говорят обо мне как о жертве политики. Мы преступление списали, но я потерял то, чего же не вернуть. Юность. Так. Пожелтевшее письмо. Дорогой сын Чун Тин. Мое сердце до сих пор наполнено скорби, даже несмотря на то, что я изо дня в день окружен страданиями и смертью болезни твоей матери была неизлечима. Могу лишь надеяться, что она умерла в спокойствии и без боли. Может, твое тело и заперто в неволе,
Но сознание свободно и вольно идти куда захочешь. Твой отец надеется, что ты сможешь сохранить крупицы разума в этой ситуации. Береги себя, твой отец Цзисянь. В конце концов, мама умерла. Отец тяжело перенес утрату и какое-то время взял перерыв от клинической практики. Его письма вдохновляли и успокаивали меня. Они поддерживали меня в самые темные дни. Оторванный фрагмент решения. За сговор с коммунистической последователем является виновным местный учитель. Так это было. Клочок бумаги отобрал у меня 15 лет жизни. До сих пор счастливо помню день, когда в дверь постучала военная полиция и меня схватили на глазах у матери. Тогда я еще не знал, что вижу ее лицо в последний раз. Так, это было последнее освобождение из тюрьмы. У меня не было возможности связаться с мисс Инь. Не слышал, что она умерла за границей от рака легких. И вначале не мог в это поверить. Полное сознание того, что потеряно. Еще одна родная частица моего сердца наступила в момент, когда я увидел ее прах. Как и в случае с моей мамой. Так, отрывок, испытывающий страх в душе, она принадлежала себя ненавидеть. Так, это было... Совершенно не важно, что я чувствую тогда. Сейчас остались лишь боль и печаль. Срубленный баньян. Не сотни лет под бурями, но каждый человек властвует над природой, погубила его. То есть, когда мы уже переместились в будущее, это как раз тот момент, когда она видела его. Ну, то есть, мы видели его глазами. Да, все, это конец. Как я по идее понимаю, это хорошая концовка, ребят, потому что здесь есть две концовки. Время, оно губит все. Даже мне от этого не скрыться. Это типа хорошая концовка, потому что мы ответили все правильно на все вопросы, которые нам предоставляли. Ну слушайте, если в принципе оценивать игру, то игра довольно интересная. То есть здесь были страшные моменты, да. Те же самые моменты, когда мы с вами зеркало. Вот зеркало меня сама больше, по идее, напугало. Ну, потом, что еще там было такого? В принципе, рисовка довольно прикольная. Если это считать, что это не японский хоррор, а китайский, это сделано, это китайский хоррор. То есть здесь есть сюжет, здесь рассказывается про военное время, когда было, так сказать... Жесткий запрет на книги и всего нынешние вещи. Тогда единственное было это расстрел. Ну, в принципе, в те времена были всегда законы такие. И это не только было в Китае, но в Китае самое жестче, по идее. А мне интересно, я смогу на крышу попасть? Взять немного лора, знаете, здесь типа враги, да, вот эти, тоже призраки. Ну, в основном призраки — это тематика японцев. У китайцев, видите, немножко тоже есть свои же призраки, но какие-то определенные. Так, а когда будет конец, мне интересно. То я думал, просто титры — это уже конец. Типа мы с вами, знаете, вот немного углубляемся, здесь довольно, да, немножко запутанный сюжет, который рассказывается о чем-то, а оказывается, это вина просто девчонки. А, мы вернулись на то место, когда мы в первый раз не разговаривали. Интересный дух появится? Хм,
Хера себе. Да, с этого же, в принципе, кажется, начиналась, да, у нас игра. Но только тогда они, типа, были молодыми. Она, как я понял, спрыгнула. Покончила с собой. Вместе с всем этим она, типа, отдала список. Ну, типа, вот эта инь, которая сбежала, да? Типа, у нее, вот этой ученицы была интрижка, как я понял, с психологом. В конце концов, этот психолог встречался с этой мадам Инь. Она узнала про вот этот клуб. Нашла листик. Листик отдала этому, чтобы Инь закрыли. Но он не ожидал того, что еще и, типа, закроют препода этого. В конце концов, та сбежала, этого расстреляли. А все, кто был связан с этим клубом, посадили. Ну, в частности, вот этого парня, за которым мы, типа, сейчас в последний момент поиграли. Ну что, в принципе, как-то вот такая вот игра. Можно сейчас... Давайте, ладно, плюсы-минусы. Из плюсов, если так брать, то, в принципе, музыка довольно... Ну, я не сказал бы, что атмосферно. Типа, просто тематика школы. Ладно. Пускай маленькое, но разнообразие врагов. Также можно отметить это скримеры. Да, были моменты, которые пугали. Довольно запутанный сюжет, плюс. Сюжет передается все по описаниям предметов, по... запискам, которые мы собираем. Были головоломки, но их в плюс не хочу засчитывать. Ну, такие головоломки. Легковатые. К минусам, наверное, будет то, что ты теряешься, потому что ты не знаешь, куда именно идти. А, не, была, сука, тупая головоломка. В минус, которую отнесу, это ебаная пианино. Ну что, в принципе, Detentions мы с вами прошли. Как-то изменилось, да, все красочно. Это хорошая концовка все-таки была. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих хорроров. Всем пока.